Добрый день, с вами проект «Здоровый Дзержинск». Мы продолжаем отвечать на актуальный на сегодняшний день вопрос. Одним из актуальных вопросов сейчас звучит вопрос о том, как поддержать свой иммунитет, в целом свое здоровье в межсезонье, в период изменения каких-то климатических условий. Здесь ответ достаточно простой. Необходимо максимально придерживаться здоровому образу жизни, здоровому питанию, стараться следить за водным режимом, то есть потреблять необходимое количество воды, чистой воды. Это не там, какие-то жидкости, супы, а именно стараться потреблять 1,5-2 литра воды. И, конечно, соизмеряя особенности своего здоровья, не допуская там повышения артериального давления, появления отеков, но тем не менее среднестатистическому человеку необходимо в течение дня потреблять такое количество воды. Ну, кроме того, естественно, максимально возможное количество времени проводить на свежем воздухе, стараться потреблять продукты с большим, скажем так, содержанием фруктов и овощей, стараться максимально двигаться, если есть возможность там километр пройтись до работы, а не проехать, стараться это сделать. Выходные дни посвящать тому, чтобы максимальное количество времени проводить на свежем воздухе и посвящать каким-то пешим прогулкам. Если это невозможно в силу обстоятельств там, рабочего режима, то сейчас имеются фитнес-залы, которые работают в том числе круглосуточно. Это тоже немаловажно, физическая нагрузка. Кроме всего этого, сейчас на рынке большое количество там, каких-то витаминов, биологически активных добавок, которые уже доказали свою эффективность. Потому что те же фрукты, овощи, конечно, в межсезонье они объединены биологически активными веществами. И введение извне поливитаминов, оно сейчас имеет такой максимально, наверное, разумный характер и разумную значимость. Поэтому все это вкупе, пребывание на свежем воздухе, водный режим, режим труда, отдыха, здоровое питание, все это приведет к тому, что у вас появится возможность укрепить свой иммунитет, сохранить свое здоровье, в том числе в межсезонье.